Ежегодно в преддверии открытия купального сезона студенты высших и средних специальных образовательных учреждений Каспийска совместно с общественными организациями «Молодая гвардия» и «Молодежный парламент» проводят экологическую акцию по уборке городского пляжа. По уже сложившейся традиции, в этом году очистить побережье от мусора собрались около 80 активистов. Вооружившись пакетами и надев перчатки, ребята с боевым настроем идут по побережью. На их пути оказываются обертки, фантики, пластиковые бутылки, баночки из-под йогурта и влажные салфетки. Все это следы прогулок наших горожан. Мы каждый год приходим сюда и приводим в порядок берег, рассказывает студентка медицинского училища Аминат Барцуева. Мне важно, что наши общие усилия делают город прекраснее. Возможно, когда я приду сюда вновь, чистота не сохранится. Но очень хотелось бы, чтобы каждый ценил чужой труд, говорит Аминат. Саидович, он предложил нам участвовать в такой акции, как экология. Пришли с группой, с одногруппницами, прошло много учреждений сюда. Мы убирали пляж, собирали мусор, очень понравилось. Я хочу, чтобы наш город был более чище, насколько летом будет приходить со своей семьей, и нам будет неприятно смотреть на этот весь мусор. О важности соблюдения порядка и сознательности горожан говорит и ведущий специалист управления по делам культуры и молодежной политики городской администрации Запир Сулейманов. Привлечение молодежи – это еще один знак, чтобы все понимали – чистый город – дело общее. Мы сегодня проводим. Вот уже ребята пошли, там собирают. А насколько важно вот такое мероприятие для города, для горожан, для нашей? Ну, это, во-первых, позыв ко всем горожанам, чтобы они не мусорили. Потому что наш город, и в частности вот пляж, то, что летом бывает очень много приходят, и взрослые даже оставляют за собой мусор. Поэтому наша, как говорится, санчистка не успевает даже очищать. И вообще это экология. И должны прививать взрослые. Результатом двухчасового труда ребят стало около десятка полных мусорных мешков, весело проведенное время в кругу единомышленников и, безусловно, весомый вклад в экологию родного города. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Шамиль Гусейнов, новости Каспий ТВ.